Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Дима погулять. Привет, ребята. Привет, привет. Уже маши. Привет. С нами опять Дима. Он позвонил и сказал, я хочу снимать и чего-нибудь нарисовать. В общем-то, мы рисуем. Так что я сейчас выключу лого Супер Дима, и мы можем начинать рисовать. Да. Рассказывай. Рисуем Думсдея. Да, известно, что Супер Дима это супер мальчик, который любит рисовать всяких супергероев. И, конечно же, он пришел и говорит, что бы нарисовать? Что нарисовать? Злодеев. Думсдей, да. Сегодня он решил злодеев, а потом оказалось, что он злодеев не очень помнит наизусть всех. И мы, короче, думали и придумали, что будем рисовать Думсдея. Ты расскажи про него, потому что я плохо про него знаю. Ну, он, короче, злой. Да. А чё он злой? Его кто-то обидел? Нет. Он сам по себе злой? Да. Просто вот родился и злой, да? Он был рождён убить Супермена. Он рождён? А кто его родил? Никто. А, так что-то у тебя уже запутано как-то. Никто не родил, рождён, чтобы убить. Вот они все так фильмы снимают, потом все запутывается. Я вижу, он лысый, да? Ну, вообще... Такой злой, что волосы выпали у него, да? Не, ну, вообще-то... Что вообще-то? Не, ну, вообще-то в фильме «Бэтмен против Супермена» Думсдея... Ну, его создал Лекс Лютер. Лекс Лютер? Угу. А кто такой Лекс Лютер? Лекс Лютер это такой пацан, который хотел убить Супермена. Тоже, вот в общем-то сам не мог, сделал еще одного. Ну, да? Он его родил, что ли? Или как? Ты говоришь, он рожден, чтобы убить. Он его родил, наверное, да, сам? Что смешного? Я что-то смешно говорю, я твои слова повторяю, а ты смеешься. Ну ладно. Ну мы, в общем-то, не обсуждаем особенно злодеев с точки зрения, знаешь, такой, мы такие фаны злодеев или фан. Мы обычно просто обсуждаем, что нам нравится, что не нравится. Дима любит смотреть кино, да? Да. И не очень любит читать комиксы и всякие другие чепуховые мульти, эти всякие, да? В общем, все по кино, да. Вот я, у меня даже многие пацаны, вот, которые со мной рисуют, там, да, они такие. Вот в кино то-то было, и это уже как бы канон такой. Вот. Что в кино было, то и есть. А вообще, некоторые фильмы снимают и по комиксам. Ну так это все в начале по комиксам, но они все равно как-то немножко переделывают. В комиксах оно там разнообразнее, подробнее написано, потому что там можно 100 комиксов выпустить. Ну, да. Что он сильный, да, он большой был этот парень. Да. И... А чего его так назвали? Думсдей. Это я такие не знаю. Мрачные деньки, как это переводится со слов с английского. Или такие, как сказать, рок. Рок. Роковой день, да? Во, как может переводиться, да? Такое плечо. Мы нашли фотографию в интернете и срисовываем. У тебя он такой мощный. Ну, Супермен ты ему хоть дал по щам-то немножко? Ну, вообще-то, дело было вот так, то что Лекс Лютер хотел убить Супермена с помощью Бэтмена. А почему он хотел его убить, Лекс Лютер? Вот я вот этого не помню. Тоже не очень, вообще непонятно, да? Все-то все хотят друг друга убить, но непонятно почему. Непонятно почему. Мощняцкий у нас чувак, Думсдей даже не влезает у меня в лист. У тебя-то лучше компоновка, чем у меня. Да-да. И решил, короче, а Бэтмен не захотел убивать, нет, да? Нет, Бэтмен почти убил Супермена. О, и Бэтмен. Все хотели, говорю, что в этом фильме все хотели убить Супермена, я понял. Да. Фильм я не смотрел. Никто не жалел. Ну так, а Супермен всем там давал люлей, да, развешивал, да? Он мощный был, он вообще дал этому Думсдей хотя бы немножко, да, но прикурить. Умер. Но он умер. Кто? Думсдей? Нет, Думсдей и Супермен тоже погиб. Ну, неудача в этот раз. Ничего страшного. Ну, просто дело было так, то что Бэтмен-то это почти убил Супермена этим криптонитом. Это же его слабое место. Да, криптонит. Да, да. Криптонит это похоже, типа как алкоголь и сигареты, да? Что-то такое у нас. И Супермен слабеет от этого.
созлобил, а потом пришел Думсдей и добил его. Нет, нет, нет. Не так было дело, ну, расскажи, как это. Нет, вот у Бэтмена была его мать, Марта. Так, а она же, кажется, там была, это, в этом... А, да-да-да, Марта, да, и чё? А её же застрелили. Вот точно, я вот это помню, да, это в фильме тоже показывали, это такой вопрос. Ну да. Так, была мать. Ну. И она как раз родила Думсдея, да? Нет. Нет, была мать у Бэтмена, а она погибла. А Бэтмен, ну... из-за того, что его родители погибли, решил, ну, стать Бэтменом. А вот у Супермена тоже так звали, ну, типа его мать. Ведь он жил на Криптоне, а Криптона, ну, планеты Криптон уже нету. Да-да-да. Ну вот, и поэтому там у него на Земле была тоже мать. Ее тоже звали Марта. Так вот, когда Бэтмен ослабил Супермена криптонитом, он почти убил его криптонита, но Супермен сказал спаси Марту. Он спрашивал, почему ты сказал это имя, это Бэтмен спрашивал, а прибежала жена Супермена и все рассказала об этом. У него еще и жена есть? У Супермена, да. Ого. Ну хорошо, хоть у Бэтмена там нет вроде жены. А то уже все такие мальчики такие, жена уже появилась, да? Угу. Ужас какой, ужас. Да-да-да, рассказала она, в общем-то, все это и дело. И тогда Бэтмен встал на сторону Супермена. Так, и пришел Думсдей как раз в это время? Нет. Так, то время Лекс Лютер создавал его. А, еще создавал. И никак не мог создать. А как он его создавал, интересно? Просто ведь... в фильме «Человек из стали». Ты смотрел? Я слышал про это кино, но не смотрел. Это да. Про Супермена. Так. Ну вот, там... А, ну тогда смотрел, просто я не помню, как назывался. «Человек из стали». Да, да, да. Так. Так вот, там был генерал Зод. И вот этот... Зуд, генерал Зуд. У него был Зуд, постоянный Зуд. Нет. Там это... А потом ведь генерал Зод и корабль криптонцев, ну, вот этот корабль генерала Зода потерпел крушение, и генерал Зод умер. Но это Лекс Лютер все-таки взял этот корабль под свой контроль, и там взял мертвое тело генерала Зода и все-таки сделал Думсдей. Что ты хочешь, черный? Вот? Вот, нет. Вот. А, давай. Так, ну вообще такая программа такая номер один, вообще понять, что кто кого. Бэтмен, Думсдей. А, ну нет, сначала этот Лекс Лютер натравил Бэтмена на Супермена. Потом... Такой, а Бэтмен такой, как собака. Вау-в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 ау. Натравили меня, натравили. А потом Бэтмен и Супермен подружились. Такие, о, он мне сосиску дал. Я так собак успокаиваю, когда они на меня нападают, я им сосиски даю, они такие успокаиваются. И так, а чего я там говорил? Что Бэтмен с Суперменом стали друганами, но потом кто-то кого-то убил все-таки. Ну, потом они это, начали... Ну, Бэтмен пошел за Мартой, но только за матью Супермена, чтобы это... Ну, чтобы ее отнять у террористов, которые забрали ее. Спасти, собственно. Хотел спасти ее. Да, точно. Сначала Супермен хотел спасти, а Бэтмен ему не дал. И сказал то, что он ее достал. Короче, я сам спасу, да? Да-да-да. Рассказывай. Основнее его. Какой? Оранжевый? Да-да-да. Бери. У меня он упал. Да, у меня еще есть один. Ничего, не поднимай, пусть лежит. Так, и, короче, не дал спасти маму, говорит, я сам спасу, да? И Бэтмен, ну, это, пошел ее и спас. А эти террористы были, ну, террористы Лекса, этого Лютера. Так вот, он спас ее, и все. А Супермен полетел к Лексу Лютеру, который был в этом... в корабле криптонцев.
он, ну там что-то они там поговорили, и этот, и там было так, и там был такой кокон, в котором был Думсдей, который начал уже вылазить из него. Так. Он вылез. Вообще Думсдей должен был не убивать своего хозяина, но он все-таки это, ну, стал, ну, типа, не бесконтрольным. Вот таким. И они начали, ну, драться. Там сначала Супермен там подвел его в космос, потом они упали, Думсдей мутировал. Сначала он был обыкновенным монстром, потом он стал вот таким вот с шипами, потом пришла Чудо-женщина, помогала Бэтмену. Это все в фильме это было? Да. Еще пришла Чудо-женщина такая, раз такая, я после магазина зайду к тебе, помогу тебе со своим этим злодеем. Да-да-да, и что тут Чудо-женщина там сделала? Чудо-женщина помогла Бэтмену. Вообще, ну, Бэтмен был в фильме, наверное, ради того, чтобы просто подраться с Суперменом. Но вообще фильм мне как-то так средний понравился. Потому что фильм такой, ну, как-то мрачный очень. И только все драки были только в конце. Они оттягивали. А везде были только диалоги. И последняя драка Бэтмена против Супермена, она вообще была это просто очень маленькая. И нельзя было называть по этой маленькой драке этот фильм. Можно было просто назвать Бэтмен и Супермен на заре справедливости, а не Бэтмен против Супермена. Именно на заре. Да. Не на закате справедливости, а на заре справедливости. Давай чуть-чуть подтянем сюда рисуночек, который ребята не видят. Бэтмен и Супермен на закате справедливости. На закате здравого смысла. Никакого здравого смысла, только с комиксы и только Рулис. Мы потом, друг друга били. Потом все-таки Супермен понял, как можно убить этого Думсдей. Как? Он взял то копье с криптонитом, но Супермен сам немного ослаб. Но все равно летел к Думсдею. И потом он прямо проткнул Думсдея насквозь этим копьем. Ужас. Это. И чего? И тогда Чудо-женщина, она была с мечом и с щитом. Как обычно, женщины. Она отрубила Думсдею кисть. Идущую из магазина. Они у них сумочка всегда такая и ножичек. Да-да-да, отрубила кисть одну. И да, и там, ну, такие шипы стали. Острые очень. Ужас. Когда Супермен проткнул Думсдея, тогда Думсдей взял эту кисть и проткнул Супермена. Они упали, погибли. Но вообще Бэтмен здесь играл такой. А, наверное, Супермен помер, потому что вот этот вот Думсдей упал прям попой на него, наверное. Да? Из-за этого, наверное. Нет. И еще сверху копье, наверное. Сидишь, а сверху такая люфта. Ну, вообще, скоро выходит фильм, ну, в следующем году выходит фильм «Лига справедливости». Ух ты, скоро, говоришь, это еще через год. Скоро, для него это скоро. Так, знаешь, уже будешь старенький, с бородой, как я, такой, скоро выйдет следующий фильм про Бэтмена. Скоро. Быстрее фильмы снимайте, каждую неделю, чтобы сериал был. Да. Ну чего, у тебя классный получился. Давай тогда заканчивать и будем следующего рисовать. Мы как бы немножко рисуем, да? Да. Сейчас вот как раз успели, новые технологии отработали, мы все, что сказал, я хотел сказать. Сказал ты, сказал? Да. Ну тогда пока, ребят. Пока. Пока, до новых встреч. Бай-бай. Да, подписывайтесь на канал, не забудьте, скоро будут слово и рисунки с Димой, да? Угу. Пока.